Всем привет! Это Trading Volume Terminal, и тема нашего сегодняшнего видео – это объемы. Об объемах можно говорить очень долго, поскольку это третья составляющая котировки. Первое – это цена, второе – это время, а третье – это объем сделки. Объем – это количество контрактов, которые были куплены или проданы в определенный промежуток времени. Объем дает нам понимание того, на каких ценовых уровнях крупные игроки входят в рынок или выходят из него, и какой у них интерес и к каким ценам. В трейдинге применяется горизонтальная и вертикальная визуализация объемов. Сегодня мы поговорим о тех объемах, которые представлены в Trading Volume Terminal. А именно, это профиль объема, дневной профиль объема, недельный, месячный, вертикальный, а также уровни объема и HFT объема. Однако о них мы будем говорить в отдельных видео, поскольку они заслуживают отдельного внимания. Также у нас присутствует динамический профиль объема. Сейчас вы видите график без применения каких-либо объемов. А это уже график с применением объемов. Итак, давайте подробнее остановимся на профиле объема или профиле рынка. Профиль рынка – это горизонтальные объемы, проторгованные по каждой цене за анализируемый нами период. А длина линии показывает нам, какой объем был проторгован. Чтобы активировать данный профиль объема или профиль рынка, мы заходим в меню нашего терминала, в раздел «Объемы», запускаем профиль объема, активируем его, и он отображается на графике. Красным обозначен максимально проторгованный объем за анализируемый нами период. На настройках данного объема мы остановимся подробнее, поскольку они идентичны и в других видах объема. Итак, мы можем отфильтровать все объемы, которые составляют более 30 тысяч контрактов. И мы увидим, что они у нас отображаются уже другим цветом, заданным вами. Также в настройках вы имеете возможность активировать Point of Control of Value Area или POCVA. Активируя его и выбрав параметр 40, вы выделите 40% диапазон от всего горизонтального объема. Таким образом, вы увидите диапазон, в котором было проторговано 40% от анализируемого вами периода. Сейчас вы видите, как это отображается на графике. Важно отметить, что вы можете активировать данный профиль на всех вкладках, которые у вас открыты на данный момент, выбрав данный параметр. Итак, перейдем к другим видам профиля объема. Месячный объем, он отображает весь объем, проторгованный за календарный месяц. Не привязывается к контракту, а именно за календарный месяц. Недельный объем отображает объем, проторгованный за конкретно взятую неделю. Дневной же объем за конкретно взятый день. Этот вид объема, конечно же, удобен для тех, кто торгует интрадей или входит в сделку в данный момент, поскольку удобно знать, где было проторговано больше всего сделок. Перейдем к динамическому профилю объема. Это очень удобный вид профиля объема. Он находится на панели инструментов. И чем же он удобен? Вы можете его применить на любом интересующем вас участке. Применить несколько профилей и посмотреть, что из этого выйдет. То есть вы не привязаны ни к календарным, ни к выбранному вами периоду. А теперь давайте рассмотрим вертикальный профиль объема. Вертикальные объемы отображают количество сделок за определенный промежуток времени. Активируем его в том же подпункте меню, выбирая вертикальный объем. Сейчас он отобразится у нас внизу, как это показано на графике. Также вы можете выбрать в его настройках фильтр, например, в 50 тысяч контрактов или любой другой, который вас интересует. Он будет отображаться красным цветом. И сейчас мы видим, где было проторговано более 50 тысяч контрактов. Итак, мы изучили с вами все виды объемов, которые присутствуют в Trading Volume Terminal. И напоследок хочется добавить, каждому трейдеру необходимо сформировать для себя собственное понимание и закономерности использования горизонтальных и вертикальных объемов. В дальнейших уроках мы рассмотрим для вас готовые инструменты, которые облегчат вам принятие правильных решений. На этом все. С вами был Trading Volume Terminal. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Хорошего дня!